преследуем вертолет. На Бигдебюре его встретили. И на скорости 250 км в час мчимся, пытаемся догнать. Ведь догоняем по чуть-чуть, да? Я вижу, да, я лечу как раз так, чтобы его снимать. Сейчас мы, друзья, потихонечку снижаемся, потому что, ой, у вертолета-то мотор есть, а у нас мотора нету. Но потихонечку его обгоняем. Сейчас попробуем немножко снизиться, ну, в смысле, снизиться вот так рядышком пролететься. Хорошо прет. 250 это серьезная машина. Впереди нас склон, будем его входить справа. Не знаю, что будем делать потом, но погоняться за вертолетом это просто мечта. В плане система предупреждения орет, что мы превышаем скорость, но мы 250 идем нормально. Планер так лететь может достаточно долго. Снижение постоянно в районе 3-5 метров в секунду, потому что сопротивление всех элементов фюзеляж, оперение и прочее большое. Качество разъединительства у нас сейчас как будто пора. Единиц 20, наверное, не больше. Оп. Чуть-чуть скорость уменьшил, потому что впереди склон. Чтобы не попасть в ротор, отхожу немножко подальше от склона. Ну и, соответственно, немножко приближаюсь к вертолету. Вы уже можете наблюдать. Вот он летит. Трен. Так. Эйц. Ну, достаточно много мы уже с ним пролетели рядышком. Полетать вместе с вертолетом, скажу тебе, это очень круто. Ну ничего, мы можем, ну, друзья, у нас впереди уже склон, поэтому мы дальше лететь так не можем. Вертолет, скорее всего, там где-то что-то перебахивать будет. А что будем делать мы, я даже не знаю. Как-то куда-то лететь. Уменьшаю скорость до 200. Сейчас вам верну. Вот как это выглядит. Все. Прекращаем преследование вертолета. Он перемахивает через горы. Мы туда не перемахиваем, потому что иначе не вернемся на аэродром. О! Змей. Прошел. И пошел дальше. А мы разворачиваемся. Оп. И что мы теперь будем делать? Ты знаешь? Я нет. Лететь домой. Дом справа. Попробуем перейти, пройти перевал и дотянуть до аэродрома. И так пройдем, видишь? Там как раз по высоте мы нормально проходим. Да, друзья, вот такие соревнования с вертолетом могут привести вас к снижению до малых высот, на которых планер уже не всесилен. Мой план — воспользоваться этой группой холмов, оп, и попробовать по ней пройтись. Облака висят слева, но сейчас уже поздно. О, птичка какая-то прошла, видел? По времени у нас 18 часов 40 минут. Соответственно, вот эти вот все остаточки дают нам энергии немножко, но ее недостаточно для продолжения нашего путешествия. Оп. Я надеюсь, хоть какой-нибудь поток где-нибудь лопануть, пока не получается. Оп, оп. Но вот это не закрутить. С правой стороны есть ущельница как раз, по которой мы можем выйти на... вот туда проскользнуть, и тогда уже будем в доступе на аэродром. Пробуем это сделать. Качество аэродинамического должно нам хватить. Либо, может быть, хватит прямо перевал пройти, но прямо с небольшой вероятностью. Или же нам придется вот налево и вот по этому ущелью двигаться в сторону аэродрома. Но это достаточно далеко. Но максимально реально, потому что там течет речка и автострада. И надо понимать, что если речка течет, значит, и мы, как вода, можем протечь туда и выйти на оперативный простор. Вот там наш аэродром. Смотри-ка, проходим перевал. Даже. Ну, пока проходим.
В авиации, конечно, не говорят пока. Но я сейчас иду со скоростью 200, то есть никаких проблем с перевалом нет. И если вдруг что, я бы повернул вот так вот направо и отвернул в отклон. А сейчас я пытаюсь почувствовать, если здесь динамик какой-нибудь. Нету тут ничего. Ухожу в долину и буду сейчас в долине какие-нибудь потоки искать. Да, это вот в стиле тревожного долета. Есть у нас ролик на канале, называется «Тревожный долет». В том случае, вот крыло правое показывает на хребет. Мы тут хребет перевалили низко-принизко, примерно в таком же стиле. И вот туда крыло показывает через эту ложбинку. Попали домой и таки дотянули до аэродрома. Ну и сейчас хотелось бы верить, что у нас так получится. Я уменьшаю скорость, чтобы аэродинамическое качество было повыше. И двигаюсь в сторону аэродрома в надежде, опять же, по дороге поймать какие-нибудь восходящие потоки. Ну, кстати, а почему я лечу? Лебили ручку? Да. Фух. Итак, друзья, гонка с вертолетом. Зачем это надо было нужно? Ну, потому что захватывают. Ты видишь вертолет, мне очень хочется на планере его догнать. И ты обладаешь... превышением приличным, у нас высота пик-дебюра была где-то 2500 метров было, и мы все разменяли, сейчас у нас 1300, представляете, вот это вот гонка на 200 км в час, чего это стоит. Пока мы двигаемся по нашей долине, сейчас плавно влево, ветер у нас попутный, соответственно, помогает нам дотянуть до аэродрома. 1300 метров, высота аэродрома 720, то есть мы этот аэродром имеем сейчас 600 метров. Удаление до аэродрома на данный момент 9 километров, вот оно на компьютере видно. Ну, соответственно, по всем формулам и расчетам мы приходим на аэродром. Надо же сказать, что вот здесь есть 315 метров, показывает компьютер, что мы на высоте 315 придем на аэродром, можно не нервничать. Хотя, конечно, когда из кабины смотришь, сейчас кажется, что никаких шансов дотянуть до аэродрома нет у нас. Ой. Зато можно низко лететь, очень мне нравится летать. Можно любоваться всевозможными населенными пунктами. Моя ручка. Вот сейчас покажу. Типичный французский населенный пункт. Видите, куча домиков, между ними какие-нибудь маленькие такие проездики. Все так налеплено. И очень даже на вид уютненько. Здесь у нас наш запасной аэродром Аспр. Соответственно, мы на него приземляемся, если у нас сильно дует южный ветер. Нам хочется, например, так сказать, взлетать против ветра. Потому что сегодня мы взлетали по ветру. Впечатление, конечно, незабываемое. Качество аэродинамическое у нас сейчас отвратительное. Видите, мух сколько на крыле. Возьмешь ручку? Сейчас вам мух увеличу. О, видите, какие жирные. Вот эти мухи образуют струйки. Каждая муха такой вихарек. И вот все эти вихарьки вышибают ламинарное обтекание нашего крыла. Я взял. Закрылок переставь на 4. Попробуем выпарить. Ага, хорошо. Вот какой-то поточек восходящий я цепанул. Видите, достаточно безуспешно, потому что вот пол витка в плюсе, пол витка в минусе. Это всегда очень плохо в режиме долета до дома, то есть такая попытка выпарить, потому что ты за спираль слил, там я, допустим, уже, ну, достаточно много слил, минус 10 метров мне компьютер показывает. То есть, ну, вот насколько это подбросило, я могу, конечно, попытаться поцентрировать этот поток. Вот, опять цепанул. Ну, еще одну спираль, если могу позволить, что если что, на аэродром с прямой приземлюсь. Но вот так заиграться очень легко. То есть вы заигрались, потеряли 20 метров, потом еще 20, потом еще 20, и уже, извиняюсь, и приземляться не с чего. То есть уже до аэродрома не дотягиваешь однозначно. Ну, видите, я тут что-то такое изобразил. Ну, это северный ветер, мы на самом деле в роторе от горок, которые пролетели, и в этом роторе тяжело работать, но, в принципе, интересно. Ну что, тогда на этой оптимистичной ноте и ролик закончим. Не буду я приземляться на аэродром, и полетаем еще полчасика-часик. Готов взять ручку? Да. Бери. Как вы видите, погоня с вертолетом приносит и другие, так сказать, плюсы, потому что сейчас у ученика тренировка по выпариванию с малых высот.
это весело. Гоняться за вертолетом тоже весело. И вообще, мне кажется, везде нужно находить какой-то позитив. Вот встретили вертолет, погнались. Просели на нижние высоты, потренировались долету домой с малых высот. Вот все вот должно быть хорошо. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Повышайте свое летное мастерство. А кто не летает, просто радуйтесь, как все у нас происходит весело. Хорошего вам дня, вечера, утра, чего угодно. Улыбайтесь. Эгегей!